Очередная трагедия на воде в поселке Буге Нордобасинского района в Туркестанском канале, выходящем из Бугуньского водохранилища. 3 ноября с 8 утра до 5 вечера 26 человек спасателей и родственников с участием 4 единиц техники и лодки проводили поиски мужчины 70-го года рождения, который накануне в 16:00 предположительно утонул во время рыбной ловли. К сожалению, поиски результатов не дали.